Видеообзор посвящен вот такой вот прекрасной статуэточке слоника. Изготовлена она из дерева сувар. Такое дерево произрастает, значит, в Таиланде. Дерево достаточно легкое, имеет красивую такую красноватого оттенка текстуру, такой цвет именно. Но тем не менее, я хочу заметить, что сувар еще может быть и вот такого вот оттенка. Значит, что хотелось бы рассказать про эту статуэточку. По фэншую статуэтка слона, значит, приносит своему обладателю дополнительную мудрость, позволяет принимать верные решения. А также у статуэточки хобот поднят вверх. В такой позе она, скажем так, является еще дополнительным защитником своего покровителя, защищает домашний очаг от завистников и людей, которые хотят на него посягнуть. Скажем так, сильные мощные бивни у слона. Красивая обработка, ручная все работа. Значит, недорогая, достаточно статуэточка. Рекомендую покупать в интернет-магазине, купить сувенир. Спасибо.